витископ. Я, конечно же, не рассчитывала, но я старалась играть всегда и... То есть всегда бороться за каждый матч, за каждое очко. И даже не думала о рейтинге, поэтому старалась всегда выкладываться на 100%. И думаю, что это самое важное было для меня. И потом уже в конце сезона, уже вот сейчас, я думаю, что результаты были неплохие. И особенно в конце года я очень неплохо сыграла. И была рада, что я смогла достигнуть топ-30. И на следующий год уже буду сеяться на Australian Open, то есть будет уже немножко получше. Уже начала работу с новым тренером, когда поехала в Баку, то есть и думаю, что турнир этот был для меня такой немножко странный, потому что я должна была защищать очки, то есть чтобы не упасть в рейтинге. И тоже он был намного сильнее, чем в прошлом году, когда я выиграла. Я старалась всегда, то есть выходила на матч и просто не думала, что мне надо защищать очки. Я просто играла для себя и старалась, конечно же, выиграть. Все матчи были очень такие сложные. И я была очень рада в конце уже, что я смогла показать свой уровень именно в течение недели весь. То есть я очень здорово играла. И это было для меня самое важное. Я думаю, что это был хороший опыт для меня. И в дальнейшем мне это помогло, когда я играла там уже более большие турниры, такие как в Цинциннати и в Китае, там миллионники. Думаю, что для меня это очень такой, дало мне толчок именно турнир в Баку. Витископ. Спортивное видео.